поехали на бизнес-ланч в Мишель ресторан. Сейчас я вам покажу меню. Так, вот бизнес-ланч. Меню. Мои парни сидят. Такой интерьерчик тут. Спокойный. Малышка уже с вилкой ждет. Куш-куш. Так что, в общем, ждем, пока нам подадут. Сегодня переезжаем в другой отель. Обязательно, как будем подъезжать, я вам помешали. И не поели бизнес-ланч. Почему? Потому что нас не обслужили. Они считают, что в приоритете у них женщины непонятные, чем семья с ребенком, который хочет кушать. В итоге у нас ребенок расплакался, так как на нас не обращали никакого совершенно внимания. И мы приехали уже заселяться в отель, который выбрали. Шале Яковка. В общем, потом вам все покажем. Вот он прямо напротив нас. Все. Там супруг пока заносит вещи. Вот окна у нас выходят, получается, на другую сторону. Смотрите, как вокруг красиво, какая природа шикарная. Мы тут с малышкой сидим на качельке, на солнышке качаемся. Супруг там вещи носит наши с машины. Красота. Территория большая, это только одна еще сторона. Здесь и банька, и бассейн, и барбекюшница, все есть. Территория прям огромная у отеля. Заселили нас уже. В общем, кайфуем, отдыхаем. Смотрите, ну, вообще, я влюблена в белокуриху, конечно. Я в ней первый раз, и теперь мы точно будем сюда приезжать почаще. На улице 21 градус. То есть, ну, допустим, вот я в сланцах, и мне не холодно, но в то же время я накинула себе ветровку. Вот он, лучок. Вон там супруг тоже в тоненькой ветровочке вещи носит. Так здесь классно. Потом вам номер покажу. И еще с другой стороны дома тоже такая, еще больше даже территория. Вот номер. Из плиточки. Где он? Тут у нас туалет. Душевая кабина. Стаканчики для щеток. Дозатор для мыла, кран. Я не выключила этот свет. Туалетные бумаги. Проливали. Так, дальше ковровое покрытие. Наши уже сумки. Шкаф вот такой под старину. Стол со стульчиками. Телевизор. Два вот таких диванчика. Окно. Это одна комната. Интерьер простой, просто все под дерево. Вот такой вот весь вид у нас из окна. Смотрите, такая же прелесть, да? Дальше мы идем. Вторая комната. Здесь два кресла. Столик журнальный. Вот такой тоже под старину тут все. Зеркало. Комод. И кровать, и две прикроватные тумбочки. Такая вот красотища. Что такое? Ты выйти хочешь? А куда ты хочешь пойти? Куда ты хочешь пойти? Пойдем. Что ты хочешь там посмотреть? Что ты хочешь? Вот так дверь открывается в обратную сторону. Сегодня там меню, короче, получается щи, пельмени, вареники. Ну, блин. Вот это коридор. Можно выйти даже на такую, как балкон большой. Номера другие. Нравится, Савуль? Нравится тебе? Тебе нравится, Савуль? Да, Савуле нравится, самое главное. Так что вот так. Дверь сама запахивается, да? Так. Савуль, ну ты, если что, толкай дверь, ладно? Здесь, наверное, тоже можно что-то в этом сундуке хранить. Не знаю, может быть, он просто для декора. В общем, вот. Еще другая сторона. Я потом вам покажу там бассейн. Но сейчас, естественно, холодно купаться. И вид. Но вид шикарный. Там банька, бассейн.
будем размещаться. Ветер. Вот территория с другой стороны дома. Такая красота. Там малыш мы, ребята там вышли. Посмотрите, какая природа. Просто шикарная, да? Мы просто в лесу тут сидим. Холмы там над нами прям. Какая классная территория. С другой стороны дома. Там веранда летняя, можно кушать, сидеть. Качели. В общем, супер. Отца вечерком. Вот там живем, пошли вниз. Не, уже не пошли, но посмотрите, какая красота. Я сегодня могу ее насладиться, вам показываю. Назад пойдем уже? Назад? Нет. Ну скажи да, если назад. Сав, назад идешь? Я? Ну пойдем, в горочку пойдем, да? В горочку. В общем, нам ребенок не дает особо никуда сходить погулять. Гуляем тут по месту. Смотрите, какая красотища. А куда вы собрались завтра, скажите мне? Тут куда-то парни собрались завтра. Уже местных девушек, видно, нашли. И собрались, нас хотят оставить одних. Красотища. Буду кусочки вам хотя бы такие выставлять, пока целое видео не смонтировал. Собачка маленькая лает. Но природа умопомрачительная. Поехали уже. Савка, ты держись, ты упадешь. Помаши привет, вот так помаши. Привет! Молодцы! Какая ж тут природа. Боже, не устану это повторять. Ну, смотрите. Какая прелесть. Просто прелесть. Вон там вдалеке, видите, что творится? А, это нечто просто. Я не хочу теперь отсюда уезжать. Это сказочная природа. Там горнолыжный прям спуск идет. Круто. Вот здесь мы живем. Красота? Доброе утро. Уже немножко привела себе в порядок. Тут такое, смотрите, зеркало в виде оленя. На улице сегодня прекрасная погода. Вид из окна просто сказочный. Я не могу прям налюбоваться. Малышка тут бегает. Только встали, сейчас пойдем на завтрак. Покажу, что на завтрак. Это одна у нас тут комната. Посмотрим, что тут делают. Папа наш вот еще валяется. Уже новости у него с утра. Второй же парень бежит. Чем идем на завтрак? Пойдем вниз на завтрак. Пошлите. Пошлите. Вот они, парни. Спускаемся вниз. Тебе? А я держу его за руку. Я одного сюда не пущу. Так. Он идет тебя и слушает еще, что ты говоришь. Доброе утро. Вот тут мы будем завтракать. Омлет и блинчики. Погулять вышли мы вечерочком. Посмотрите, я все не налюбуюсь этой природой. Сынуля в коляске. Сынуля, скажи привет. Привет. Идем гуляем. Шикарные вот такие вот склоны. Уже солнышко садится, темно становится. Пошли мы погулять и покушать. Сегодня испробуем в ветерке. Кафе-бар с ветерок называется. Пойдем сегодня в него попробуем покушать.
частного сектора. Идем гуляем. Посмотрите, какая здесь шикарная просто погода. Какие тут леса шикарные. Просто прелесть. Вот мы все до ветерка еще идем. Решили прям так погулять. Ну круто же, я прям уезжать не хочу отсюда. Класс. Сейчас вам просто надоем этими видами. Вы видите, да, эту красоту? Это капец как красиво. Шикарно просто. Шикарно. Природа обалденная вообще. А воздух какой здесь, особенно там, где мы живем. Здесь все равно машины. А там, где мы живем, вообще прелесть.